Привет! Ты рано вернулся! Вы на моей кровати! Тёлка, отпад! Девственники тоже это преподают? Оу, но я не девственник. Тебе нужно намокнуть. Да не нужно мне это. Ты так сохнешься. Это долина смерти. Знаешь, у тебя красивая блузка. Спасибо. Да, такой цвет. Черный. Мужик, она не вернется. Что? Она уже в клубе. Я бы тоже туда пошел, но должен торчать с тобой. Привет, народ. Я мистер Коул. Всегда считал, что равноправный подход намного лучше, чем авторитарный. Удачно сказано. Мы же не хотим вырастить злобу. Женская половая система. Сегодня мы поговорим о нашем теле. Уверен, что ты годишься для полового воспитания. Вот. Что мне с этим делать? А ты чего ждешь? Меня сестра забирает. У вас встает на мою сестру? Нет. Я иногда как ходячий стояк, понимаете? Поэтому больше не ношу спортивки. Что ж... Думаете, я не могу рассказать сыну о лобковых волосах? Вы, сэр, шут, а не учитель. Я нужен этим детям. Без тебя они узнали бы о сексе из интернета. Минивэн может быть трахмашиной, или это должен быть фургон? О. А интернет – темное место. Я еще ни разу не был с девушкой. Кто я из-за этого? И ты, чувак, который до сих пор не намочил своего птенчика? Эта встреча как свидание, как пишут в книгах. Это свидание. Да! 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 Для нее я придурковатый учитель брата. У нее есть парень. И че? Мне как будто 15. А, кстати, это Эдди. А, учитель. Эдди, бухнешь со мной? Бери еще одну. Мужик! Да! Вам да! плохо? Да! Половое воспитание. У хорошего стриптиз-клуба должна быть своя фишка. Иначе можно потусоваться и на складе. Запиши это. Я с планшетом.